Здравствуйте, дорогие друзья! Я только что пришел с бани, хорошо попарился, расслабился, и теперь мне захотелось приготовить вкусный и энергетический салат. Так как я с недавнего времени, примерно уже почти год, я вегетарианец, не ем мясное и потихоньку перехожу к фруктоедству, то, соответственно, сегодня мы с вами приготовим один очень простой, но очень вкусный салат. Для этого нам понадобится капусточка. Обычная капусточка, которая продается в магазине. Вы просто не представляете, сколько в ней витаминчиков, энергии. Вот прям берешь ее, закрываешь глаза и ощущаешь, как много в ней энергии. Эту энергию мы будем потреблять. Также нам понадобится зелень. У меня растет на окне. Петрушечка. Очень штука обалденная. А также лучок. Лучок — это дело незаменимое. Особенно зимой, когда нам очень не хватает витаминов. Ну и плюс для заправочки берем сладкая кукуруза в таких баночках. В любом магазине она продается, тут нет проблем. И майонез. В данном случае я беру майонез низкокалорийный. Ну, мне просто нравится такой. Что мы делаем? Мы берем, очищаем нашу капусточку от верхнего слоя, так сказать, от сюрпризиков. Не жалеем, несколько слоев убираем, чтобы она у нас была чистенькая и вкусненькая. Так, потихоньку она приобретает еще более вкусный вид. Убираем всякие грязные места, не очень эстетически привлекательные. И оп, вот такой качанчик. Берем досочку и отрезаем, ну, примерно, я отрезаю примерно на один раз. Остальное я ложу в холодильник, и там оно лежит до следующего моего, так сказать, до следующей моей ностальгии по этому салатику. Я отрезаю, ну, немного. Примерно шестую часть этой капусточки. Слышите, как она хрустит приятно? Шикарно. Капусточку в сторону. Ну, может, еще один листик снимем. И вот этот. Ну, вот так. Берем, нарезаем. Все нарезают по-разному. Мне нравится тонкая резка, где маленькие кусочки. Ну, ленивый я, чтобы пережевывать много. Итак, крошим. Есть такое выражение: покрошу в капусту тебя. Ну, это значит тонко. Вот, этим мы и занимаемся. Кстати, вы можете засечь время, сколько нам потребуется для приготовления этого салата. Пару минут, и вкуснота, полная витаминов, ждет нас уже на столе. Так. Я обычно беру вот такую маленькую мисочку. Я люблю большие размеры. Поэтому все складываем туда.
Один слой капусточки покрошили. Я люблю делать перемешку. Я не люблю делать сразу капусту все покрошить, потом зелень покрошить, потом остальное. Очень долго перемешивать. Мне нравится так, слоями. Итак, сейчас берем зелень. Ой, сколько в ней витаминов, сколько энергии. Ох! Так. Ага. Скидываем нашу зеленую мисочку. Что там, в рот? Нормально. Дальше. Открываем наш сладкий кукуруз. Так, почти открыли. На камеру сладкий кукуруза не очень хочет открываться. Видимо, стесняется, но, тем не менее, мы ее открыли. Берем, сливаем лишнюю воду. Она нам не понадобится. Вот так. И высыпаем примерно половину кукурузы. Открываем майонезик. И слоем майонезика кладем. Так. Next. Берем оставшуюся кукурузу. Под оставшейся кукурузой я понимаю оставшуюся капусту. Вы, конечно, это все поняли. И ее нарезаем. Прошло, наверное, минуты 2-3, а салат у нас уже почти готов. Так. Почти вся кукурузка готова, то есть вы поняли, что это не кукурузка, а капусточка. Берем оставшуюся, дорезаем капусточку, вкусную, аппетитную, витаминную. Я уже предвкушаю, какой вкусный будет салат. Это будет просто шикарно. Так. Капусточка готова. Берем оставшуюся зелень. Что у нас осталось? Напоминаю, это петрушечка и зеленый лучок. Крошим примерно, как вам нравятся кусочки. Кто-то любит большие, крупные кусочки, кто-то мелкие. Все по-разному относятся к размерам. Высыпаем оставшуюся кукурузку. Закидываем оставшийся майонезик. Я люблю побольше майонеза, чтобы... так сказать, легче в горло проскакивало. Вот. Так, до последней капли выжимаем майонез. Берем нашу ложечку. Перемешиваем.
Так. Работаем правой ручкой. Три движения влево, три движения вправо, вверх-вниз, вверх-вниз. Так. Алле-о. Стоп! Вы увидели, сколько прошло времени? Я не знаю, но, по-моему, очень мало прошло времени, а салат уже готов. Сейчас я сделаю фотографию фотоаппаратом, крупный красивый вид, и вы сейчас это увидите. Итак, я вам показал, как сделать очень ленивому человеку, который ценит и бережет свое время, или которому лень просто готовить, как в течение нескольких минут можно приготовить обалденный, энергетический, мощный салатик. Приятного вам аппетита, друзья! А перед самым завершением этого ролика я вам покажу еще одну фотографию моего следующего салатика, который будет следующим. И там вы увидите тот салатик еще мощнее, чем вот этот. Но это потом. Всего вам доброго, друзья! Приятного аппетита! И будьте здоровы! Чао! Где мой пультик? Тага-тага-тага-тага-да! Ну что ж, попробуем салатик. Тонкий, изысканный вкус. Какая витаминная энергия. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень быстро. Лучше не придумаешь. Попробуйте, друзья. Вам понравится.